леса, много дичи. И с тех пор мы живем вместе. Живем рядом. Трудно живем, потому что утратили главное. Потеряли легкомыслие свое, ту самую формулу гармонии, которую знали и чтили наши деды. Тайга умирает. Изрезана она бульдозерами, вздыблена буровыми вышками и сполосованными заузами. Сжимается, как шагреневая кожа. И вслед за этим капли за капли уходит жизнь Эвенка, потомка Тунгуса, потому что нет у него иной жизни, кроме как жизнь в тайге. Нет тайги, нет Эвенка. Я, русский, виноват. Не подчинился законам тайги. И ты, Эвенк, виноват. Не устоял. Произнесите ваше имя. Как оно звучит? А вот настоящее. Какое ваше настоящее? Настоящее Калтун. И что это означает? Не знаю, даже ну, так, значит, так звали. А кто вас таким именем сегодня называет? А никто сейчас уже абсолютно. То есть полностью превратились в забыт. Да-да. Сейчас только что сказали, остался все больше. А не обидно? Я понимаю, что привыкнуть можно ко всему, но вот сейчас, видите, вот что-то и рыбы у вас мало стало ловиться, и оленя от вас ушли, вот леспромхоз совсем наступает, так что и к этому можно привыкнуть. Ну нет, я к леспромхозу, конечно, я не привык. Ну а что, а если все-таки они победят, что? Не знаю, мы как-то бороться, у нас есть начальство, есть, а сами как можем бороться, это мы себе любим. А вот и он, самый большой начальник, глава местной администрации Мерзляков Леонтий Лазаревич, начальник над сотней русских душ до 37 эвенкийских, все население Сымского национального сельсовета, что в Красноярском крае. Живут здесь исключительно охотники и рыбаки. Да и что еще здесь можно делать? На сотни тысяч километров вокруг тайга. Свыше 100 000 гектаров на душу населения. И каждая охотничья душа пожелала на этих гектарах хозяйничать. Не слишком ли? Первая незатейливая мысль, которая приходит в голову. Именно так и заявили в администрациях Енисейского района и Красноярского края, когда год назад сымчане, осознав свои интересы, обрели вдруг голос. В конце концов, не картошку ведь сажают, чтобы по 6 соток делить. Но вот загвоздка. Земля, ее недра, воды и леса находятся в исключительной собственности государства. Так записано в статье 11 Конституции, все еще действующей. И при чем здесь охотник Эвенк? Живет и пусть себе живет. Кроме него охотников до этих мест хватает. Леспромхозы, геологи, нефтяники. Все имеют равные права на эту землю. Разрешение государства получил, согласование подписи есть и дроби круши. Все по закону. Была конкретная договоренность, что Бурова будет временно заморожена, и здесь никакого монтажа и строительства тем более не будет. Не будет. А это еще одна надежда коренных жителей. И Василий Сидоркин. Для них надежда, для других как больная мозоль. Особая его примета – способность неожиданно возникать там, где его совсем не ждут. Очевидцы клянутся, что он способен одновременно находиться в нескольких местах. Мистика, да и только. Охотовед, президент новоиспеченной акционерной компании с диковинным названием «Эко-сын», депутат местного совета, Василий, везде, где бывает, успевает повоевать. Вместе с Мерзляковым. Вы абсолютно не сдержите свое слово. Это надо выходить в высшее руководство и с ним разбираться. Мы простые рабочие, из никого больше нет. Более высшим, высоким. Поэтому нас направили, мы подчиняем все работе. История с буровой банально до скуки. Что такое буровая, конечно, знаете. Я в Тюмени не бывала, но говорят, там, как на Курской дуге, вместо грибов из земли куски металла торчат. Здесь еще не бурили. Ну, можно представить, что будет. А ведь тайга, примыкающая к Сымскому сельсовету, последний нетронутый островок.
нефтяники, с другой — в леспромхозе. Изогнанные в угол сыпчане сбунтовались. Не дадим курить варварским методом, и все тут. И леспромхоз не пустим в нашу тайгу. Вот откуда и появились территориальные притязания. Законопослушные граждане долго терпели, но наконец поняли. На государство на Одессе, а сам не плашай. Ведь при том, что в Москве 32 института изучают проблемы народов Севера, да столько же ведомств пытаются их решить, основной законодательный документ о правовом статусе коренных малочисленных народов, где кое-что сказано по вопросу землепользования, лежал без движения в Верховном Совете России почти год. Лишь в конце июня его, наконец, рассмотрели. Сегодня статус провозглашен, и Верховный Совет поручил правительству до 1 декабря 1993 года привести решение в соответствие и представить программу возрождения. А Васька тем временем слушает и продолжает тихонько готовиться к бурению. И что родится раньше? Соответствующее решение, программа или буровая? Одному Богу известно. Мы не будем представлять геологов да лесников эдакими злодеями. Те же начальники буровых или леспромхозов прекрасно знают цену таежному богатству, но свободное от работы время, когда в лодках, на вертолетах отправляются они к далеким таежным рекам-озерам за королевской рыбкой стерлить. И посочувствовать угасающему этносу они вполне способны. Жаль, ну что поделаешь? Интересы и жизненные ориентиры у них и местных жителей полярны. Одни вписались в систему, другие выпали из нее. И система-то уж развалилась, а дьявольский завод никак не кончится. Мы же все идем по тропинке, что ведет к пропасти. Ты такой? На соболе кубка стоит. Вообще соболей много возить? Ой, сокращайтесь. Сейчас хорошо будет тебе. Раньше, говорят, у вас белки больше было, а сейчас соболей, да? Ну и белка есть. Мы еще не старше. А сколько за сезон вы так вот отлавливаете, отстреливаете? Ну, все. Раньше я по 30 добывал. И что это? 30. Соболей. Ну, вообще трудно на соболе охотиться. Есть какие-то свои секреты? Конечно. Мне каждый день приходится эти сны топтать. Это что у них по 14, по 15 километров в день проходишь. Придешь в избушку, отдаешь, какая сумма свободна. И сразу приходится обливать и высушивать. Ну, короче, это полночи приходится сидеть. Нет, поверьте, это не та охота, о которой со смехом вспоминают за вспенившимися кубками. Это образ жизни. С 20 октября и до марта-апреля по заимкам, вдали от семьи и удобств цивилизации. И летом тоже здесь. Надо готовиться к зимою. Один на один с тайгой, но не против нее, а вместе с ней. Это главный закон Ивенко. Он знает и любит свое угодье. Он знает, где и сколько дозволено ему отстрелять зверя. Ни инструкция и ни закон. У него закон свой. Закон тайги. Он ее хозяин. А пока у тайги есть хозяин, она жива. Ну вот отстрелян зверь, выделан на пушнину. Работа его закончена. Вот он, король тайги. Русский, сибирский соболь. Для одних товар, для других источник жизни. Русские цари, да не только русские, предпочитали его всем прочим мехам. По 11-13 рублей золотом платили за шкурку, в то время как корова стоила 3. Да и сейчас на пушных аукционах они идут по 60-70 долларов за штуку. Ведь у вас товар очень и очень дорогой. И как же вы его сбываете? Я пошла на дочери. Не знаю теперь. А вы знаете? Так цена завышает, повышается. Ну вот по какой цене вы вот сдавали последний раз вот свои соболя? 10 тысяч. Ну а что, не бывало разве такого, что какой-нибудь очень ловкий коммерсант вам придавал, ну, предположим, бутылку или ящик бутылок за ваши меха? Не было такого? Ну, почему не было? Постоянно. Потому что уже мой. Почему так? Мешает работать.
вас обманывают до сих пор и как-то на вас наживаются ловкие люди? Все знают. А куда же я? Я поеду с ними в Америку. Кто меня допустит? Все ли вы такие ловятся? Это было, будет. Разве это не от вас тоже зависит? Вы считаете, что это неизбежно? Все знают. Леспромхоз да зверопромхоз. Вот здешняя власть. Все от них. Дороги, свет, продукты, водка. И все для них. Соболи, рыба, дичь. Цена. Здесь счет никогда не шел на рубли. Охотнику нужны не бумажки, а оружие, капканы, мука да топливо. И тот, кто всем этим владеет, диктует цель. В конце концов, основная цель леспромхоза – варить лес и выполнять план. Альтруисты, конечно, есть на свете, но, согласитесь, не они делают погоду в экономике. Человеком движет интерес. Это замечательно, особенно когда интересы совпадают. А вот регулировать взаимоотношения интересов и их последствия – назначение государства. Так вот, Василий Сидоркин, взорвавший местную монополию зверя или леспромхозов, тоже имеет свой интерес. Ему во что бы то ни стало, надо понравиться охотникам, чтобы ему, Сидоркину, пушнину сдавали. Но при этом он, как потомственный охотник и коренной житель, понимает, для того, чтобы прибыль у него была и завтра, сегодня надо найти способ защитить тайгу Афтварбора. Поэтому и выпустил он в этом году на Верхнем Сыме бобров. Заказник будет. А в будущем, может быть, и охота. Поэтому и заключил контракт с немецкой фирмой «Русский гриб». И о туристических маршрутах мечтает. И дома, фактории «Сын» строит для охотников. И фельдшерский акушерский пункт, замороженный леспромхозом, взялся достраивать. И еще, не буду перечислять, чтобы не сглазить. Такой вот интерес. Красиво получается, как в сказке. Хотелось бы поверить в чудо рынка, подарившего сыну благородного героя. Но, увы, чудес не бывает. Тот же рынок наводнил себе и другие герои. Знакомая картина, не так ли? Неутомимые коммерсанты добрались до берегов Енисея. И ведь и Сибирь не с пустыми руками поедут. Все те же меха, леса, рыба потечет в обратную сторону. Все бы ничего, но вот тайга им чужая. Приехал, уехал, а там трава не расти. Больше всего мне волнует о том, что очень много храмов сегодня находятся разрушенные. Среди всех храмов вроде Енисейские два храма, которые действуют. Я очень переживаю, чтобы как можно быстрее приложить какие-то усилия, чтобы помочь реставрации этих храмов. И странно мне, вы охотник, начинающий предприниматель, верно? И вдруг вот такие заботы какие-то вроде не лесные и не связанные с бизнесом. Это вполне нормальная забота. Я не делал никакого выбора работы. Я только потому, что я родился и вырос в этих местах. И рос вместе с представителями малочисленных народов севера. То есть практически меня не может не волновать жизнь этих народов, в каком состоянии они оказались сегодня. Они оказываются в очень неравной борьбе. Они просто не могут себя защитить. Вы жили рядом с ивенками, кедами? Да, там мы жили с националами полностью, даже их язык знаем. Мы раньше жили на Сером Урале с этими свободами. А и с ветками как общаетесь сейчас? Хорошо, нормально. На русском языке вообще? Ну, сейчас этим же они не умеют говорить на русском, конечно. Понятно. Ну, скажите, пожалуйста, они ведь тоже охотники прирожденные, да? Прирожденные, но их водка сгубит, цивилизация сгубит. Они же раньше жили здесь. По-моему, вообще эта система наша советская, вот я скажу, если так, сгубила их всех. Потому что заставляли всех выезжать, обязательно стоять всем на учете, всем жить в сельсовете. В лесу даже запрещали жить вообще. Это мы удивительно, мы у нас единицы выжили.
и сын подмелил. А тут вдруг мощным половодьем подмыло старые дома, фактурии сын, и интернат смыло. Дети Ивенков, охотников, таки остались. А может, и к лучшему. Может быть, новую жизнь пора начинать. Только вот кто и как ее начнет? Главное понять бы, а есть ли в самом народе силы начать эту самую новую жизнь? И не переступили ли мы уже на роковую черту? Я смотрела в лица этих людей в разрезе глаз, которых для меня скрывалась тайна, возможно, утраченная ими самими, и вспоминала магические предметы, что увидела в местном музее, намекала на утраченную тайну безвозвратно. Я, русская, отчаянно хотела встретить хоть одного предпринимателя Ивенка, который чувствовал бы себя хозяином на своей земле, но я его так и не встретила. Может быть, не повезло? Даже из числа русскоязычного населения, ведь же не каждый может быть коммерсантом. Нет. Но если нас, я не знаю, сколько всех, кто у нас в России матурно русских, наверное, 100 миллионов больше, да? А, скажем, кетов 994 во всем свете. Оно и не могло у них еще, ну, вот за этот короткий промежуток времени у них не могло сформироваться вот такое отношение и коммерции, скажем, потому что они всю жизнь занимались, о чем я говорил, оленеводством, охотничьим промыслом, то есть в производственной сфере они были заняты. И раньше даже, ну, по литературе мы, скажем, знаем, они же как обменивали свой товар, но не торговали им, а купцы к ним приезжали, они обменивали свой товар там на порох, дробь. Ну, как вы видите вот в этом партнерстве? Есть ли какая-то перспектива? Или это опять будет, как обычно, пришел купец со стороны, обобрал местное население, получил, набил мешки и все? Вы знаете, я глубоко уверен, что без этих коммерческих структур мы не обойдемся, потому что самим им и некогда, да, их больше обманом, так сказать. Вот здесь, если я не поеду в Красноярск, в Москву, это же везде надо ездить, это на заводы, чтобы, скажем, свою общину родовую снабдить. Но вот даже косы, я вижу в этом пользу, в каком плане. Ведь же взялся человек, который родился в СМУ, который всех их знает до единого, который хорошо знает их быт, традиции, обычаи, который уже сейчас пытается что-то сделать, хотя он не везде находит поддержку. Это и понятно. Ведь земля – это товар. И хотя в прошлом году администрация разрешила сдавать в аренду охотничьи угодья, как ивенкам, так и русским,